Привет! Это канал IT User Help. В этом видео я хочу рассказать тебе о том, как восстановить файлы, удаленные с накопителя, будь то жесткий диск, либо флеш-карта. Если у тебя есть удаленные файлы, которые ты нечаянно удалил, то с помощью этого видео ты сможешь восстановить файлы некоторые, либо, если повезет, то даже все файлы, которые ты удалил, сможешь удалить. Делать мы это будем на примере программы одной, которую я попробовал, и она работает довольно хорошо и стабильно. И восстанавливает даже те файлы, которые я не смог восстановить другими программами. Поэтому давай попробуем, не теряя времени, сразу это сделать. Итак, нам потребуется программа Disk Drill. Для этого в поиске вводим английскими символами Disk Drill. Чем хорошо, что эта программа подходит и для Windows, и для Mac. И нам нужно попасть на сайт www.cleverfiles, чтобы скачать именно оригинальную программу. И сразу на первой странице, вот так выглядит главная страница этой программы. И сразу на этой странице ты можешь скачать. Здесь на главной странице для Mac. Если тебе нужна Windows, то выбираем версия Windows здесь. Нажимаем сюда. И выбираем скачать бесплатно. У этой программы есть несколько версий. Бесплатная и платная. И отличаются они количеством восстановленных файлов. То есть, если тебе разово нужно восстановить, ты можешь, в принципе, воспользоваться бесплатной версией. Скачать, установить. Восстановить те файлы, которые тебе нужны. И потом, к примеру, удалить, если она не нужна. Так, ждем, пока скачается файл. Угу. Так, программа скачалась. .exe-файл нам нужно теперь установить. Находим скачанный файл, обычный .exe-файл, если мы говорим о Windows, и устанавливаем. Все, программа установлена, вот появился ярлычок, вот так выглядит ярлык. Если его здесь нет, то можешь найти через пуск. И нажимаем «Запустить». Предоставляем разрешение. Ждем. При первом запуске происходит небольшое ознакомление с программой, что, где, как находится. Но в целом есть центральное окно, в котором показаны все подключенные диски, флешки, диски, внутренние диски, в общем, все, все накопители. Слева меню, справа показано то, что вы выбрали. Предположим, давай посмотрим сейчас сразу на примере. Вот я зайду на флешку. Это флеш-карта моя, вставленная в компьютер. Скопирую туда песню. Песня, предположим, назовем ее так, чтобы было легко найти. Вот он, этот файл. Все нормально читается, воспроизводится. Он у нас на флешке. Далее мы берем его, удаляем. Предположим, нечаянно. Удалили, все. На флешке, как видишь, сейчас этого файла нет. Далее открываем наш Disk Drill программу. Выбираем флешку SanDisk. В моем случае USB накопитель. Выбрали тот накопитель, с которого будем восстанавливать, то есть тот накопитель, на котором были удалены файлы, и выбираем «Искать данные». Вот здесь. Нажимаем и ждем. Теперь идет процесс поиска. Особенность этой программы заключается в том, что мы можем смотреть файлы, найденные во время поиска. То есть даже пока идет поиск, мы уже можем посмотреть, что программа нашла. Для этого нажимаем «Посмотреть найденное». Здесь видим найденные файлы. Вот он, наш USB накопитель. Вот они, файлы все.
То есть здесь видишь и старые файлы, которые были. И вот она, наша песня 31. В принципе, нам больше не нужно ничего восстанавливать. Я хочу именно эту песню восстановить. Выбираем ее, нажимаем здесь галочку, ставим и выбираем «Восстановить». Восстановить, далее выбираем папку, сюда нажимаем, выбираем, куда мы хотим восстановить. Я сейчас для примера просто рабочий стол выберу. Выбираем рабочий стол, к примеру, либо туда же на флешку можете восстановить и нажимаем «Ок». Идет восстановление. Все, восстановление завершено. Можем на эту синюю кнопку нажать, чтобы программа нас сразу перекинула в то место, куда она сохранила. Либо сворачиваем эту программу, мы помним, что сохранили на рабочий стол, и ищем на рабочем столе нашу песню. Наша песня будет находиться в вот этой папке, которую программа сама создала, найденные файлы, открываем ее и видим нашу песню, которую мы удалили. Все, она воспроизводится полностью, проблем нет, мы можем ее дальше скопировать на флешку обратно, либо пользоваться как хотим дальше. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк под этим видео. Оставляй любой комментарий. И подписывайся на канал. Еще на канале есть видео, либо скоро будет, в зависимости от того времени, когда ты смотришь, в котором я расскажу, как удалить файлы с флешки, либо с компьютера так, чтобы потом их невозможно было восстановить. Для чего это нужно, я думаю, ты понимаешь. Предположим, у тебя есть флеш-карта, которую ты хочешь продать. Либо SD-карта, либо маленькая SD-карточка, либо флешка, либо даже жесткий диск. И, естественно, ты пользовался этими накопителями, и там остались твои данные. Какие-то данные, которые когда-то там были, ты удалил, возможно, даже отформатировал. Но, как ты сейчас только что видел, некоторые файлы, некоторые данные, возможно, будет восстановить. Поэтому посмотри на канале видео, у меня будет, либо уже есть, скорее всего есть, так как я думаю их выпущу один за одним, в котором я расскажу, как удалить файл так, чтобы его невозможно было восстановить. На этом все, всем пока.